4 ноября 2023 года, 12 часов 38 минут. В Одессе звучит сигнал воздушной тревоги. Очень быстро приходит пояснительная информация. Подача воздушной тревоги связана с тем, что в России взлетели сразу три МиГа-31К, которые являются носителями гиперзвуковых ракет «Кинжал». Один самолет взлетел с аэродрома Смоздока, и два борта взлетели с аэродрома Савослейка. Воздушная тревога звучит по всей территории Украины. Это всегда происходит, когда МиГи-31 взлетают в России. По одной информации, взлет МиГов имеет чисто учебно-тренировочный характер. По другой, это боевое патрулирование. Так что могут быть вполне пуски гиперзвуковых ракет «Кинжал». Советую всем внимательно смотреть за сообщениями в телеграм-каналах. Ситуация достаточно напряженная. И воздушная тревога в этом случае может длиться до 2 часов. Моим дорогим соотечественникам и землякам, мирного неба, всего самого наилучшего. Берегите себя, дорогие мои, и даст Бог. До новых встреч!